Здравствуйте, в эфире Первого городского, проект «Место происшествия». В студии Михаил Вагин, смотрите в этом выпуске. Обидел женщину. Один человек получил травмы в ДТП на улице Производственной. Якобы оплатила покупку. С помощью ловкости рук 30-летняя мошенница обманула продавца в магазине на улице Ленина. Покурил в квартире. На улице Лепсе в пожаре пострадали два человека. Ну, за что вас задержали? За непристегнутый и перестроение. Не, он пристегнутый был, за перестроение. Забыл, когда пил. Два часа прошло. Почему два? Нет, позавчера. Ну а как, вчера, ну. Получил права и сразу попался пьяным за рулем водитель Volkswagen Passat на улице Московской. Один человек получил травмы в ДТП на улице Производственной. Там столкнулись грузовик и внедорожник. Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. Авария произошла 1 февраля на перекрестке улиц Базовая и Производственная. Водитель фуры протаранил боковую часть Mitsubishi Pajero. Житель Республики Беларусь, управляя грузовым автомобилем Scania, совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате женщина, которая управляла автомобилем Mitsubishi, получила травму, ей была оказана медицинская помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В Афанасьевском районе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Опеля» начал отъезжать от обочины, но не посмотрел в зеркало заднего вида. В итоге в иномарку врезался попутный «Шевроле Лачетти». От удара машина оказалась на сугробе. В Кирове на улице Воровского в ДТП попали еще два попутных автомобиля. По предварительным данным полиции, водитель «Газели» затормозил перед автобусом и вывернул руль влево. Фургон врезался в «Ладу Гранта». Пострадавших нет, у водителя, невиновного в аварии, не было страховки. На этой же улице не разъехались ВАЗ-12 модели и Hyundai. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель отечественного авто не пропустил иномарку. За это на него составили протокол. На улице Павла Корчагина произошло курьезное ДТП. У грузовика Hyundai на ходу отвалилось колесо, которое угодило в автобус 33-го маршрута. В этой аварии никто не пострадал. Сергей Пичугин, место происшествия. С помощью ловкости рук 30-летняя мошенница обманула продавца в магазине на улице Ленина. Злоумышленница сделала хитрый маневр, она якобы оплатила товар 5000-ной купюрой. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Движение рук мошенницы зафиксировала камера видеонаблюдения. Женщина покупала крем для обуви за 500 рублей, протянула продавцу 5000, но в последний момент отдернула руку и спрятала купюру. Продавцу хитроумная покупательница заявила, что уже оплатила покупку и ждет сдачу 4500 рублей. Сотрудница магазина поверила ей и отдала деньги. Сейчас мошенницу разыскивают. Если вы узнали женщину на видео, звоните по телефонам 77-52-12 или 102. На переулке Луговом 1 местные жители обнаружили подозрительную сумку и вызвали полицию. Сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов из дома и вызвали саперов. По данным Росгвардии, в подозрительной сумке находилась одежда. Угрозы взрыва не было. В деревне Шустовы в садоводческом товариществе сгорел дом. Также пострадали веранда, хозпостройки и баня. Сейчас по факту пожара идет проверка, причина устанавливается. На улице Лепсе в пожаре пострадали два человека. Возгорание произошло в квартире. В итоге сгорел диван, обгорели обои и имущество по всей площади. Хозяина квартиры и его супругу госпитализировали. В результате пожара обгорело имущество и стены в квартире. Хозяева госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения. В очередной раз непотушенная сигарета едва не привела к гибели. Полиция и волонтеры разыскивают 60-летнюю жительницу Кирова Галину Иванову. Женщина пропала 18 января, может находиться в Юрьянском районе. Если вы знаете, где находится Иванова, звоните по телефонам 8 800 754 52 или 112. Михаил Вагин, место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу, смотрите сразу после нее. Скрутило живот. Я просил оказать помощь, он сказал, что помощи у тебя нету. Проблемы с пищеварением стали причиной драки в общежитии на улице Романа Ердякова. Ну за что вас задержали?
за ним пристегнуты. И перестроение. Не, он пристегнуто был, да не перестроение. Забыл, когда пил. 2 часа прошло. Почему 2? Нет, позавчера. Ну как, вчера, ну. Получил права и сразу попался пьяным за рулем водитель Volkswagen Passat на улице Московской. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Проблемы с пищеварением стали причиной драки в общежитии на улице Романа Ердякова. По словам одного из участников потасовки, во время прогулки у него скрутило живот, и он решил попросить помощи в общежитии. А там его неправильно поняли. Разбираться в конфликте приехали сотрудники ППС. Нет, все нормально. Нежданный визит молодого человека по имени Никита произошел в 3 часа ночи. По словам вахтера, парень замерз на улице и попросился погреться. Я его пустила, он весь перемерз. Теперь драться на нас всех. Сейчас разберемся. Я вас тоже предупреждал. В теплом помещении молодой человек, что называется, закусился с одним из жильцов. Разговора не получилось, поэтому Никита ударил мужчину. Здесь, вот в данном здании, что вы делаете? Нормально. Ты вот приехал в скорую, живот прихватил, вот приехал сюда. Тут человек начал за меня докапываться. Я сейчас ему. Ладно, ты. Да я бывший такой же, как вы. Иди домой. Че, ППСники? Вы же такие ППСники. Я резкий был, локтябский. Ну че, мы все знаем. Я на песне. Так че? Так вернулся у меня сейчас, подножку, блядь, я дай бутыл немножко. На место происшествия полицейские вызвали скорую, а Никиту увели в патрульную «Газель». Можно взять прикрыть холодно? Да, полицейских молодой человек убеждал, что всему причиной стал живот. Он так резко заболел, что пришлось просить помощи у вахтера общежития. Я просил оказать помощь, он мне сказал, что помощи у тебя нету. Живот у меня правда болел, очень сильно болел. Я говорю, на основании, на основании нет никакого основания, живот болит. В итоге сотрудники ППС взяли объяснение с обоих бойцов, Никиту доставили в отдел полиции для разбирательств. Михаил Вагин, Павел Москвин, место происшествия. Получил права и сразу попался пьяным за рулем водитель Volkswagen Passat на улице Московской. Видимо, начинающий гонщик за месяц забыл все правила дорожного движения. Он резко перестраивался, не включал поворотник и был непристегнутым. Но главное, лихач гонял на авто в пьяном виде. С задержанным пообщался наш корреспондент Павел Москвин. По словам Евгения, его задержали за мелкое нарушение. Ну, за что задержали? За ним пристегнутый. И перестроение. Не, он пристегнуто был, да не перестроение. При перестроении маневры указывал. Да. Нарушали, ехали, поворотник, да? Поворотник, да. Поворотник мне указал. Полицейских удивила быстрая и опасная езда Евгения. Он подрезал машины и не пользовался сигналом поворота. Пассажир Максим уверен, гоняли они по правилам. Может, ехал водитель у вас, нарушал, подрезал? Нет, нет. Ну, вот, все было, да? Хорошо. Все понятно. Трезвый не выпивали? А? Трезвый не выпивали? Ну, я, да. Понятно, тут? Нет, вроде. Нет, вроде. Или да, или нет? Нет. О своем состоянии водитель Евгений тоже говорил неуверенно. Вроде как и пил, но давно. Может, вчера выпивали? Вчера, да, выпивал. Много? Ну, так, что, праздник праздновал. У друга день рождения было. В сауне сидели. 2 часа прошло. Почему 2? Нет, позавчера. Ну а как, вчера, ну... Максим ни о какой сауне не знает. По словам пассажира, он с водителем несколько часов потратил на ремонт авто. 2, наверное, 3 на морозе стояли. Угу. Вообще никак. И клеммы сбрасывали, и все, вообще никак не получилось. Еле вот как завели. Просто решили вот приехать и посмотреть. Вот именно, что он еще говорил, что у него стук двигателя какой-то. Как выяснилось, у Евгения совсем небольшой водительский стаж. Как давно водительское удостоверение у вас? Прошлого года, 23-го, получил. Да, лишены не были? Нет, только получил недавно. 23-го у меня сдача была. Вот с первого раза сдал, 26-го получил. Ну, сами права. Экспертиза показала, Евгений пил не позавчера и явно не сок. И это спустя месяц после получения прав. Теперь, скорее всего, реальный стаж его вождения прервется примерно на 1,5 года. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.
Сейчас прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Боковой удар. Опа. И давай, что смотришь-то? На улице Пролетарской камера зафиксировала, как водитель серебристой иномарки спровоцировал ДТП. Пропахал сугроб и аварийно перестроился. На улице Воровского камера зафиксировала, как водитель кроссовера врезался в классику. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Пролетарской камера зафиксировала, как водитель серебристой иномарки спровоцировал ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На перекрестке улиц Пролетарской и Володарского чудак на серебристом хэтчбеке помял дверь Ауди. Опа. И давай, что смотришь-то? На улице Производственной водитель ленд-крузера не заметил машину с камерой, погнул зеркало и уехал. На улице Воровского опасный водитель пазика сначала подрезал автомобиль с регистратором, а затем врезался в Hyundai. Чего мало, если что? Видеорегистратор. А то я ездить не умею, меня там подрезал даже. На Октябрьском проспекте неадекватный гонщик на Ауди сломал зеркало владельцу регистратора. Пофигу, так дальше заехал, как ты не заметил, да? Погнал, видишь, на красный свет уехал. Больной какой-то. На улице Орловской водитель Рено не вписался в поворот и въехал в припаркованный Дацун. А кого это? Что делаешь? На улице Воровского дорогу не поделили Лада и Саньонг. В итоге кроссовер пропахал сугроб и аварийно перестроился налево. На перекрестке улиц Дзержинского и Ленинградской столкнулись два ВАЗа. Судя по видео, водитель 14-й не уступил дорогу девятке. Этот выезжал, что вот так же, как я сейчас. И не заметил. На улице Воровского на парковке у областной больницы водитель Дацун въехал в припаркованную Гранту. С места ДТП водитель скрылся. На площади Лепси нарушитель на 99-й не заметил встречную приору и повернул налево. На перекрестке улиц Короленко и Левитана женщина на колени чуть не спровоцировала ДТП. Извиняй за выражение. Чё опять? На Октябрьском проспекте дама на Фольксвагене опасно выехала на главную дорогу. В Кирове пассажир Hyundai решил избавиться от мусора в салоне.
О, нажал на кнопку Т. Ты что, а, ты этого долго под себя подмял-то? На улице Жуковского в баре произошла драка. Пьяной компании не понравился один из посетителей заведения. Ну, ты, вот ты пытаешься встать, и тебе в лицо попадают. Потерпевший оказал сопротивление, но серьезно пострадал. У молодого человека перелом носа, синяки на голове, лице и теле. По словам потерпевшего, сейчас возбуждено уголовное дело. На улице Солнечной камера зафиксировала, как молодой человек забирал девушку из ночного клуба. Брутальный юноша попытался открыть дверь такси, но водитель заблокировал двери. Катя! Катя! Девушке удалось вырваться из рук молодого человека, впоследствии на помощь к ней поспешили очевидцы. На улице Карла Маркса мужчина-экстремал решил почистить от снега козырек балкона. По словам очевидцев, мужчина с лопатой был пристегнут к ограждению крыши. После опасной чистки он не пострадал. Михаил Вагин, место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirov@inbox.ru. Пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров», а также звоните и сообщайте информацию по телефону 473302. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском.